представил себе идею о его создании. Вот на сегодняшний день у нас в рабочем состоянии, работает, выходит на производственные мощности. Реконструкция в этот, скажем так, последние месяцы достаточно сложный процесс был, но у нас были все вопросы с финансированием решены. Вот с финансированием по закупке оборудования, естественно, строительно-монтажной работы. Я благодарен тем партнерам нашим, которые с нами работали и, невзирая на кризисную ситуацию, не останавливали процесс рабочий. Мы более-менее в те сроки, которые планировали, вошли в необходимый график по закрытию проекта и по введению его в эксплуатацию. Сама реконструкция предполагала под собой несколько этапов. Это первый этап был реконструкция основно-литейного цеха, то есть строительство вакууматора, который уже с прошлого года практически у нас дает необходимую нам продукцию. Вот, но для того, чтобы получать качественный на выходе покупку, необходимо было не только решить вопросы с литьем, но и с термической обработкой. Соответственно, мы провели очень большую работу, и некоторые печи, которые мы на сегодняшний день запустили, тоже будут вам продемонстрированы. Ну и, соответственно, следующий этап — это этап по кузнечно-прессовому цеху. Тоже на сегодня мы, надеюсь, все посмотрим в рабочем состоянии. Выглядит все достаточно уверенно. Вот, в двух словах о предприятии я скажу. За последние 5 с лишним лет нам удалось достигнуть достаточно неплохих экономических показателей. Вот, общий объем произведенной продукции, если говорить в валюте, то это где-то порядка 400 миллионов долларов за последние 5,5 лет. Это достаточно огромный для нашего предприятия огромный объем работ проделан. Товарного выпуска 400 миллионов долларов. Вот, соответственно, вот те проекты, вот тут, те программы, которые мы видим, то есть коммерческие программы, которые мы видим, что происходит в нашей стране, за рубежом, необходимо было идти в ногу со временем, нужно было делать реконструкцию, нужно было выжать из того предприятия все, что возможно, и дать ему новую жизнь, по-новому должно было задышать СТН. Те стратегические задачи, которые ставились раньше при строительстве СТН, при его закладке, при той 50-летней работе, которая была у него, на сегодняшний день стоят совершенно по-другому. Мир другой, рынок другой, условия и требования и к качеству, и к техническим требованиям продукции совершенно на сегодняшний день другие. Не быть в струе, не быть в теме, значит иметь большие проблемы, то есть забыть о том, что мы крупное машиностроительное предприятие. Этого не хотелось, и мы на самом деле достигли очень хороших показателей. Мы за эти 5 благоприятных лет на рынке погасили все задолженности, какие были накопленные за годы перестроечных предприятий. На сегодняшний день у нас нет ни копейки задолженности по налогам. Есть люди, которые знают, что это такое, и насколько была сложная проблема в свое время. Нет проблем, связанных ни с государственными органами, с Росрезервом и так дальше. То есть это тоже для многих предприятий была проблема, и для нас это была проблема. Мы на прошлый год получили достаточно серьезную прибыль, общий объем прибыли за 5 лет более 1 миллиард рублей. Это 1 200 000 000 рублей, все направлены на поддержание производства и на обновление производства. В том числе мы, естественно, получили достаточное количество кредитов, что невозможно было бы, если бы наши показатели финансовые были другими, ни один из уважающих себя банков, соответствующих, не работал бы с нами, не был бы нашим кредитным партнером. В сегодняшний день у нас таких 4 основных кредитных партнера.
даже и учитывая сегодняшнюю обстановку, условия, в которых многие не обслуживают проценты, не выполняют свои кредитные договора, у нас такой проблемы не существует. У нас много, соответственно, проблем, как в общем по стране, да, нам пришлось ужаться по многим программам, свернуть реконструкцию, свернуть ремонты, вот, урезать дополнительные выплаты к заработной плате. Вот, масса проблем, которые, то есть мероприятия, которые были проведены за эти полгода, то есть сокращение, снижение, не снижение, а укомплектация производства. Мы с один цех перевели на Воронеж, чугунолитейный, несколько цехов укомплектовали внутри предприятия. Это серьезная работа по реорганизации предприятия, она была вынуждена в соответствии с сегодняшними реалиями, то есть сегодняшним положением на рынке, то есть кризисом. Общие потери по нашему настроению составляют на сегодняшний день 54% в объеме производства. У нас показатель за первое полугодие около 30%, что, соответственно, тоже дает показатель того, что мы более уверенно чувствуем себя в нашем настроении, чем другие предприятия. Вот вкратце о экономической нашей ситуации. Вот так я предлагаю сейчас выступить замдиректора по конструкторской работе и показать те основные конструкторские направления, те машины, агрегаты, оборудование, которые были нами созданы за последние годы. То есть мы, кроме того, что у тебя делали конструкцию, сделали очень большое количество интересных работ для российских и трубников, металлургов и западных компаний. Я хотел бы остановиться на тех основных работах, которые, вот Владимир Семенович уже сказал, за последние 5 лет были реализованы на нашем заводе. Вернее, нашим заводом на заводах черной металлургии. Самым первым и начальным объектом, который был создан ЭЗТМ и претерпел 3 реконструкции с нашим участием, это Выксовский металлургический завод, цех номер 4. До 2005 года производство труб 1420 магистральных газопроводов в России, таких труб одношовных не было. И только работники ЭЗТМ совместно с работниками Выксовского завода смогли найти решение по реконструкции уже работающего стана 1020 и провели реконструкцию, в результате которой, завод стал выпускать Выксовский трубу большого диаметра. В данном случае на фотографии представлен второй этап реконструкции. Это создание нового уникального стана сборки труб, который сегодня два таких стана новых установлены на заводе и успешно работают. Вот вы видите процесс сборки труб. И особенность нашей работы заключается в том, что спроектированное и изготовленное ЭЗТМ оборудование проходит полный этап сборки и полный этап испытаний. То есть мы не поставляем конструктор на металлургический завод оборудование, проходит полный этап сборки у нас на заводе. Вторым стратегическим партнером, с которым мы работали в последние 5 лет, это крупная металлургическая компания. Вы сейчас видите новый уникальный ручной стан, который был поставлен на Синайский трубопрокатный завод имени агрегата 80. Для чего это надо? Трубная металлургическая компания сама обеспечивает себя заготовкой. Но получить весь диапазон заготовок очень трудно, непрерывно ведь, и очень дорого сам. И нам было предложено обжимной стан, как вы видите, данных фотографий, который позволил, используя традиционную заготовку диаметром 150 мм, использовать эту заготовку на стане 80, который не может теоретически использовать заготовку 150, а заготовка там только 120 мм. То есть перекатывая непрерывно литую
заготовку. Мы обеспечили загрузку стана 80 своей заготовкой с компанией ТНК. Но эта идея, как трубной металлургической компании, очень понравилась. И уже для своего следующего завода в Румынии, где стоит стан ЭЗТНовский, стан 200, они попросили изготовить тоже обжимной стан, который работает с заготовкой 250 мм, обжимать ее до диаметра 200 мм. У этого процесса как бы два преимущества. Кроме того, что получается заготовка необходимого размера, прорабатывается литая структура, и качество получаемого труба резко улучшается, что было отмечено особенно на Нурминском заводе «Артур», на котором вот испытанное на стендах завода СТМ оборудование работает в настоящее время. То есть вот эта крепь, она уже год как находится в эксплуатации. Но наиболее, так сказать, я считаю, что таким ценным опытом для СТМ является создание уникального прожимного стана, который сегодня вы, кто подошел раньше, видели видеофильм большой. Это стан в том состоянии, которое он испытывался опять-таки на стендах завода ИЗТЭК. Это прошивной стан 400, как мы его называем. Почему 400? Потому что максимальный диаметр заготовки 400 мм. Максимальный диаметр гильзы может быть получен 470 мм. То есть это уникальное по всем показателям оборудование, которое в настоящее время является, как бы сказать, для сервисного трубного завода, где оно работает, в общем-то, очень хорошим, так сказать, оборудованием, которое позволило примерно в два раза поднять точность выпускаемых труб против того, что было раньше. Я уже не говорю о производительности, потому что, как бы сказать, этот стан в два раза производительнее, чем все то оборудование, которое работает вместе с ним. Ну вот, как бы сказать, очень показательная фотография, которая показывает, что для того, чтобы обеспечить точность получаемых труб, на ЭЗТМ была собрана выходная сторона и прошивной стан, и все это совместно испытано, и только после этого заказчику была нужна указанная вид оборудования. Но дальнейшее сотрудничество с трубной металлургической компанией начало развиваться в области создания калибровочных станов. На данной фотографии представлен новый калибровочный стан с трехволновыми крепями. Как вы видите, вот три волка видно. И самое главное, с индивидуальным приводом каждого волка. Этот стан для ЭЗТМ принципиально новый. И он позволяет существенно улучшить показатели по точности получаемых труб. То есть, как бы сказать, мы сделали как бы новый шаг в создании новой техники для металлургов. Казалось бы, революционные страны известны очень давно, но совместно с Днепропетровским металлургическим институтом был разработан, ими была разработана технология, под этой технологией мы разработали новый революционный стан с трехволновыми плитями, вот который, сейчас я вернусь, вот это лучшая фотография, который показывает, что оказывается, если повернуть, собственно, весь стан на определенный угол, в сочетании с новым оборудованием получается принципиально другая точность труб, не получается гранение, и качество труб существенно выше, чем на традиционных станах. То есть это как бы тоже новый шаг в развитии, который совместно с металлургами ЭЗТМ и как бы получил новый пункт. Трубная металлургическая компания, как я говорил, является нашим стратегическим партнером. И в тот момент, когда они остановили один из своих цехов на реконструкции, возникла необходимость, чтобы раскатная крепь трехволкового стана получала трубы с повышенным ДТС. То есть отношение диаметра к толщине стенки надо было увеличить традиционно 10-12, примерно до 18-20.
В результате опять же сотрудничества с технологами мозга трубного завода была разработана новая вещь, которая представлена на данной фотографии. Клетка успешно внедрена, и сегодня на мозга трубном заводе на ТПА-200 подчеркиваю, что все реконструкции проведены на агрегаты, созданы первоначально ЦТМ, то есть это дальнейшее развитие того оборудования, с которым мы были связаны, ну, как бы сказать, по жизни. И в результате вот работы данной клетки получены трубы с ДПС около 20. То есть это уникальный опыт, которого в мире не существует больше, кроме как на мозгоносном заводе. На данном как бы слайде представлена более традиционная работа ЭЗТМ, то есть Ярцева совместно с ними с Машем, был включен новый сортопрокатный штаб, для которого ЭЗТМ спроектировал и разработал уникальный холодильник. Его уникальность заключается в двух обстоятельствах. Дело в том, что речный холодильник данного типа может принимать крупу диаметром 8 мм, что, как бы сказать, невозможно на традиционном холодильнике. И плюс ко всему скорость, которая, с которой он принимает прокат, повышена с традиционных 8 метров в секунду до 12 метров в секунду. Поэтому вроде бы, как бы оборудование для ЭЗТМ новое, традиционное, но обладает исключительно новыми параметрами. А вот теперь мне хотелось бы как-то остановиться на самом уникальном оборудовании, которое может выпускать ЭЗТМ. Существует всего лишь два завода в мире, это СМС, МЭР и ЭЗТМ, которые проектируют самый холодный прокат этого Польши. Ну, китайцы копируют, конечно, сейчас уже самый холодный прокат, но своих новых разработок не будет. Кто рассматривал стенды, которые представлены вот в этом зале, наверняка обратили внимание на ХПТ-250. В данном случае на фотографии представлена новая модель стана ХПТ. Это ХПТ-60-160. Его особенность заключается в том, что впервые как бы в мире на этом стане можно катать трубы разного профиля. То есть традиционно стан предназначался для прокатки круглых труб. Данный стан катает вот в данном случае шестигранную трубу. И кроме того, он может катать и трубу квадратную, что вообще, как бы сказать, является первой технологией, которая в мире есть. Указанный стан успешно дал эксплуатацию на индийском заводе NFC. Но разработка стана для NFC, она, как бы сказать, позволила заводу двигаться как бы вперед. То есть благодаря внедрению разработки стана 160, в настоящее время вот буквально, так сказать, отгружено оборудование в Китай в этом месяце. Стана большей модификации, стана 350. Как вы видите на слайдах, как вроде бы оно похожее, но просто надо понимать, что все нагрузочные способности и характеристики станут 160, но они примерно в 2-2,5 раза уступают вот этому новому китайскому стану, который успешно прошел как бы сборку испытаний у нас на заводе и отгружен заказчику, и в ближайшее время будет монтироваться. Но мы, как вы увидели с вами, верхний диапазон развития стана ХПТ. Но в то же время большинству заказчиков требуются и малые станы. И станы кварта, которые, малые станы кварта, которые разработаны заводом ЭЗТМ. Вот один из них, фотография клетки одного из них, который работает не в ней, как были представлены на данном слайде. То есть этот стан позволяет катать трубы размера до 40 мм. То есть ХПТ-40. Новой конструкции с использованием стана кварта с опорными волками. Для того, чтобы как бы эту тему развить, на заводе было принято решение об изготовлении полного комплекта стана ХПТ-40, который был изготовлен
изготовлен, собран в экспериментальном цехе. На нем была проведена опытная прокатка. В настоящее время вот представлены на слайде станка ПТ-40-8 собирается на 17-м трубном, монтируется на 17-м трубном заводе после того, как прошел полные испытания у нас на заводе. Ну, таким образом, мы кратко можем видеть, что в настоящее время во всех, диапазонах трубопрокатных станок, бесшумных, сварных и станок холодной прокатки, у нас есть определенный опыт последнего дефекта, который может быть использован в случае, обращения к нам за прокатным оборудованием. Этот агрегат производительностью 30 до 100 тысяч тонн окупается за 2 года. А на сегодняшний день, для того, чтобы крупному заводу перейти на малые партии, сделать вагон или 2 вагона на труб, нужно потратить большое количество времени для переналадки. Здесь переналадка осуществляется практически моментально на любой сортамент, и поэтому сейчас вот я был в Китае, общался с металлургическими компаниями, особенно что касается не крупных компаний, а компаний средних по Китаю, российские компании небольшие, достаточно большой интерес подобного рода оборудованию. Это, конечно, хорошая наводка в такие серьезные кризисные времена, потому что запускать на маленькое количество разных сортаментов труб большие производства — это достаточно дорого и неэффективно. В этом случае вопрос этот решается. А теперь с докладом о реконструкции пресса 3000, который был у нас, выступит замглавный инженер Попов. Советом директоров в 2005 году было принято решение создать программу развития техники вооружения акционерного общества до 2015 года. Программа была разбита на несколько этапов. Сегодня мы подводим итоги и посмотрим очередное внедрение в рамках этой программы. Я хочу остановиться некоторое время на том, что все-таки сделано до сегодняшнего дня. Первый этап – это реконструкция заготовительного производства, потому что без современного уровня оборудования производства мы не сможем делать машин с теми потребительскими качествами, которые востребованы. И первый этап – это реконструкция фасонно-сталелитейного цеха №2, внедрение агрегата внемечной обработки стали. На сегодняшний день, Владимир Семенович сказал, агрегат внедрен, и мы с вами имеем возможность получать высококачественную хромированную сталь. В ближайшее время мы будем наращивать объем, и в частности все слитки, все заготовки для кузнечно-прессового цеха, волки, заготовки волков горячего холодного проката будут идти только через мышечную обработку стали. Этим мы добились другого, лучшего качества, лучшего уровня инструмента. Кроме этого, была поставлена задача и частично сегодня реализована по реконструкции термоотделов. Термическая обработка в первую голову – это цех волков. Цех №2 – это редукторный цех, где на сегодняшний день внедрены во втором цехе 2 печи термические с выгодным входом и успешно работали второй год фирма «Босева Словения». Печи позволили нам обеспечить качественную термообработку, температурный режим, заданный, удерживать с контролем, автоматикой, с ЧПУ. И печь цементационная в редукторном цехе
которая буквально несколько дней назад ушел последнего года в Китай с оборудованием станок это 350, часть из которого это редуктор, который сделан с меньшей массой, с более высокой прочностью и с шестой степенью прочности зубчатых зацеплений. Как раз это позволило нам сделать внедренную многоцементную печь, которая позволяет сегодня цементировать колеса с диаметром 2200 диаметров и большие стены высоты 2 метра. Очередной этап, который мы прошли за последние 2 года, это реконструкция участка второго колесного пролета кузнечного колесного цеха. В мае 2007 года был заключен контракт на реконструкцию полочного комплекса на базе пресса усилием 3000 тонн. И здесь же, на втором прессе, не только на втором, мы запланировали и сегодня это в стадии реализации заменить нагревательной печью. Почему это решение было принято? Пресс 3000 тонн, ну, в буквальном смысле слова, кто знает историю зона, был поднят с морского дна, доставлен на изотерил, работает вот, все это время. Работал. Скажем так, он свою задачу выполнил, но он уже не удовлетворял нас не по техническому состоянию, большой износ. Огромное энергопотребление, большие затраты на восстановление и ремонты, простой и, самое главное, он не давал качественной заготовки. Четвертый, вы можете полюбоваться на эту кожную представлял. Пресс парагидравлический. Я маленькую такую ремарку скажу, что около 50% пара вырабатываемых парасиловых цехов ушло на работу этого пресса. Порядка 7 тысяч тонн в месяц. Это, конечно, очень затратно, и пар, как, наверное, носитель, совершенно неэффективный. После заключения контракта была произведена большая работа. Мы пошли по пути не приобретения нового пресса, а все-таки модернизация. Это нам позволило сэкономить средства. Мы оставили основание. Трайлеры, колонны собственного изготовления, но приобрели новый манипулятор, приобрели насосно-аккумуляторную станцию. Пресс у нас сегодня гидравлический, минеральное масло. Кроме этого, мы добились того, что ушли от ручного управления. Если раньше манипулятором и прессом управляли 2 оператора, пультов ручных, все это рукопашно визуально совмещалось, то сегодня мы имеем комплекс, который позволяет в ручном полуавтоматическом режиме управлять полностью комплексом и обеспечивать первое точность и качество заготовки, энергосбережение. Возможность более производительно и экономично сделать те заготовки, которые мы раньше делали на старом прессе большими затратами. Но и еще самое главное, пожалуй, он дает нам новые технологические возможности по весовым категориям и по габаритам. Я кратко табличку показываю. Усилие 3000 тонн, которое сегодня обеспечивается в номинальном режиме, позволяет нам производить упаковки диаметра до 1000 мм с уколом до 4, это уже новый вес, позволяет нам обеспечить хорошую проработку структуры, и это показали уже испытания, механические после наших испытаний и пробных работ.
На сегодняшний день мы готовы делать заготовку волка 19 тонн. Раньше мы могли делать 12. Естественно, вес волка, если наши потенциальные заказчики, они здесь присутствуют, я говорю, что сегодня раз вес волка может быть увеличен до 15 тонн. В том числе кубики штамповые габаритами до 13 тонн, габаритами 700 на 900 на 2000. Сегодня мы можем рукавать 750, 1200, 2500. То же самое касается и цилиндрических заготовок, это диски сплошные. Сегодня мы можем их делать до диаметра 1700. Это кольца раскатные диаметром 2500. Ну и, конечно же, кованая заготовка. Кованая заготовка, если раньше максимальный диаметр могли обеспечить 420-450 длиной до 6 метров, то сегодня диаметр 500 и 7-8 метров длиной заготовки. Я не говорю о том, что мы выигрываем производительности, мы облегчаем в целом работу операторов. Сегодня целый день. Значит, ну вот возможные заготовки, пожалуйста, можете посмотреть. Это уже с учетом новых возможностей качества. Кроме того, возможность ковать эксцентриковые валы. На старом прессе это было очень ограничено. И кроме того, все-таки сегодня очень актуально, это энергосбережение. Пока выводы делать рано и конкретных цифр я вам, пожалуй, назову, но однозначно, что он более эффективен и более экономичен в работе. Я уже не говорю о том, что мы избежим тех потерь, которые были у нас в связи с ремонтом и восстановлением.
должны следить за этим, не один человек. Качество превыше всего. Она должна сделать, мало ли что произойдет, но мы с вами должны быть абсолютно уверены, что мы не даем нужную работу делать, когда убьем. Слышишь, Иван Иванович? Иван, в автомате, он сейчас работает на автомате. А есть полностью программа, поставил на автомат, он сам отковывает. Николай Павлович, данная программа предусматривает режим. Вот там оператора уже самостоятельно. А то, что сейчас на это баллон горячего проката. Вот деталь, пожалуйста, посмотрите ее.